Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас распаковочка заказа Avon. Я впервые заказала одежду себе и не только себе, сейчас будем все с вами смотреть, но прежде хочу поздравить вас, мои дорогие, красивые, самые необыкновенные, с праздником, с 8 марта. Сегодня такой чудесный день, хоть у нас лично плохая погода за окном, теплышко, но идет дождик. Хочется, чтобы в душе у вас всегда было весеннее настроение, чтобы ваши близкие, родные всегда радовали, поддерживали вас в любых начинаниях, чтобы вы всегда чувствовали себя любимой. Каждый день для вас был прожит не зря, наполнен улыбками и самыми замечательными эмоциями. С 8 марта вас, мои дорогие, красотки, красавицы, королевы, принцессы, я вас обожаю. А теперь давайте приступать к распаковке. Вместе с вами откроем эту коробочку, посмотрим, как тут все у нас упаковано. Я, кстати, в первый раз заказывала на пункт Avon, потому что мой постамат куда-то перенесли, и я, честно говоря, даже не знала, куда мне заказать. Так, ну, вроде все нормально, да? Счет, фактура. Все хорошо вроде уложено. Давайте теперь все по порядку смотреть. Ну, девчонки, коль заговорила про одежду, давайте с нее и начинать. Так. Первое платье в горошек, которое мне давно советовали мои любимые девочки. Татьяна, по-моему, ты мне советовала. Знаю, что будешь смотреть, скорее всего, мое видео. Так, это у нас размер, насколько я помню, 48-50. Это не для меня. Мы заказали его моей соседке, потому что я высокая, мне это платье только с леггинсами, а леггинсы я не ношу. Так же, как и джинсы в обтяжку, да? Но я не знаю, сейчас посмотрим. Если мне понравится, я буду заказывать и дальше. Так, здесь бирка. Кстати, на бирке вот нет размера, девчонки. Это трикотаж. И оно, да, она достаточно коротенькая на самом деле. Я вам сейчас все покажу поближе. Ткань такая, знаете, тоненькая, видите, да, меня просвечивает. Сейчас я найду. Похож на хлопок, но мне кажется, нет. Материал нет, здесь не вижу тоже, девчонки. Ну, на ощупь, в принципе, приятная. Тянется слегка, не сильно, имейте в виду. К низу расклешенное такое, да. И рукавчик довольно длинный, будет все закрывать. А перед вырез не глубокий. Я, кстати, вот люблю больше глубокие вырезы, да. Но мне кажется, оно и мне будет в самый раз. Но я заказала его соседке, она придет, примерит, и мы вам обязательно покажем. Так, девчонки, смотрите, моя модель пришла. Вот платье, ей очень хорошо прям подошло. Сидит вообще классно. И смотри, получается по коленочке, да? О, повертись, да. Вот, вот. Сзади одерни чуть-чуть вниз. Ага, во, вот так. Не, классно, но вообще здорово, здорово. Прям вот недостатки все... Животик будет скрывать однозначно, но пошито прям именно с этой целью. Да, оно скрывает животик. Ну, классная вообще, мне очень нравится. Так, у нас у Оли размер 46-48, получается. И вот это платьице 48-50 и очень хорошо села. То есть свободненько, в облипочку его и не надо. Ну, если девчонкам, только худеньким, да, в облипочку. А так вот, чтобы если животик скрывал, смотрите, как здорово. Вообще классно, красота. И длина, кстати, вот, да. Какой у тебя рост? 1,54 м. 1,54 м, смотрите. Коленочки скрывает. Ну, почти скрывает, если снизу, конечно, так снимать видно. А так, вот на 1,54 м оно прям полноценное платье. Красота. Качество хорошее. Хорошее, приятное к телу. Ага. Так, девчонки, платье в горошек 48-50, артикул или код 375-39. И мое платье код 488-14, 52-54 размер я взяла, потому что не было 50-52, либо большой, либо маленький. Думаю, лучше пусть будет больше. Так. Ой, а вот это уже плотное платье, девчонки, это джинс, по джинсу, которое у нас, да, которое сейчас с хорошей скидкой, многие про него спрашивали, да, в группе Avon ВКонтакте, я тоже участвовала активно в обсуждениях, чтобы понять, какой мне нужен размер. Рукавчик короткий, я, конечно, хотела немножко подлиннее, здесь уже ткань плотная, она прям плотная, тянется еще меньше, чем предыдущее платье. Хорошо, смотрите, как обработана горловина, очень стильно. Девочки в группе писали, что носят его... по несколько лет, и ничего с ним не случается. Да, что это за белое пятно? Почему-то здесь светлое пятно под карманом. Оно светлее, чем все платье, да? А оно и под другим такое же. Я пошла одевать, и все вам покажу. Так, девчонки, здесь... смотрите, показываю в зеркале, да? Я думала, что буду носить его под джинсы. Ну, может, и под джинсы тоже классно будет, но оно достаточно хорошей длины. Рост у меня 1,68 м, 1,69 м, наверное, где-то так. Рукав нет, в принципе, рукав хороший, то есть он недостатки, если есть, будет закрывать. Вот 52-54 мне прям хорошо, вы знаете, меньше хорошо, что не взяла. Карманчики глубокие, конечно, так не очень в зеркало снимать, но что делать? Вот по длине, смотрите, да? Вот мое колено, чуть выше колена на мой рост оно получается.
принципе, очень классно сидит, мне понравилось. Даже летом вот так вот таскать, бегать, да, без джинс, вообще классно. Мне понравилось, девчонки. Ткань довольно плотная, хорошо сидит, не подчеркивать не будет, даже если будете одевать корректирующее какое-то, да, там белье. То есть все вообще вполне достойно. Надеюсь, что передала вам. Платье классное, девчонки, мне очень понравилось, такое приятное к телу. И стройнит однозначно, так что кто раздумывает, берите, прям сидит вообще супер. Так, погнали дальше. Заказала три вот таких масочки Inyou. У нас была акция Inyou 40% скидка, если мы берем средства Inyou. Код масок 364-39. Я, девчонки, взяла три, потому что скоро на моем канале будет конкурс с довольно простыми условиями, да, и будет три победителя. Я потихоньку собираю такие бьюти-боксики, которые буду отправлять своим победителям. Поэтому я сама не пробовала, девчонки, эти маски, не знаю, что они себя представляют. Но мне кажется, в подарок к комплекту, да, бьюти всяких штучек будет очень получить ее приятно. Так, девчонки, теперь по призам, сюрпризам, которые у нас, по-моему, были за 50 рублей, да, это в третьем каталоге мы делали заказ со страницы 1.50. 57 на 1000, и теперь получаем призы. Призы, конечно, так себе, девчонки, я буду их дарить, вкладывать в заказ своим девочкам. Это средство для интимной гигиены, очищающее, да, малышка, 100 миллилитров, вот такое. Оно, кстати, здесь густое, довольно густое, потому что даже практически не болтается. Да, оно густое. Я вложу кому-нибудь заказ, потому что мне средства для интимной гигиены Avon не подходят, вызывают раздражение. Я знаю девочки, которые их любят, и поэтому надеюсь, что кому-то пригодится. Шампунь для тонких волос, он был первым призом. Второй, по-моему, да, вот этот идет второй. Третий, маска для губ, что ли. Ну, ВКонтакте тоже, в группе официальной Avon, там девочки уже выкладывали по порядку, как они идут, и даже вне зависимости от склада, да, у меня склад Москва, всем идут вот такие вот подарки. Я разочарована, вот именно эти два продукта в Avon мне не подходят. Шампунь для тонких волос с коллагеном максимальный объем. Шампунь Advanced Technic мне тоже не подходит, у меня от них зудит кожа головы, поэтому тоже кому-нибудь подарю. Мне, девчонки, пришла вода Pure, которая не пришла в прошлом каталоге, вы мне писали, что не волнуйся, придет в следующем. Действительно, кто так писал, вы были, девочки, правы. Я уже той девочке, которая заказала мне эту водичку, другую предложила, она взяла. Приходит вода, кстати, в слюди, и сейчас мы попробуем с вами аромат, потому что я даже понятия не имею, может быть, я себе оставлю, может быть, кому-то из моих знакомых понравится на подарки. Опять же, посмотрим. Вот такой флакончик Avon Pure для нее. Так. Ой, вы знаете, приятный аромат, свеженький такой, весенний, весенний, летний аромат. Мне нравится, неплохой. Я раньше вот такие ароматы очень любила. Сейчас мне как-то хочется какую-то древесную нотку словить в парфюме, да, какой-то интересный шлейф. А это аромат свежести. Ну, здорово, у меня ни одного аромата сейчас свежести нет. Может быть, оставлю и себе. Так, дальше по ароматам. Что же я заказала себе... как программа называлась? «Встречай весну красиво». У меня был приз первого уровня, девчонки, и второго. Я заказала два парфюма. Опять же, либо кому-то подарю, либо оставлю себе. Здесь у нас Viva La Vita и Wish of Love. Они все приходят в слюде, я буду все их распечатывать, потому что даже если кто-то у меня захочет их забрать, нужно же понюхать. Поэтому распечатываем. С этими ароматами я в Avon тоже, девчонки, вообще не знакома. Представления никакого не имею, пока не пахнут. Но мне показалось, что это наиболее удачные призы. Viva La Vita выглядит очень красиво. Мне нравится это вверху колечко. Здесь, кстати, есть какой-то осадок. Я его сейчас взболтала. Или это пузырьки воздуха? Нет, наверное, девчонки, это пузырьки воздуха, потому что слышала, что Avon грешит. Так, парфюм я могу нанести только на себя, так как крышка у нас сквозная. Приятно, что все парфюмы никто до тебя не пшикал. Ой, класс, мне нравится Viva La Vita, что-то напоминает. Очень вкусный сладкий аромат. Вот такие я сейчас люблю. Красивый аромат. Я чувствую здесь и какую-то цитрусовую нотку. Однозначно, да, и цветочки. Очень напоминает некоторые нотки лак голубого. Совсем слегка мне лично, потому что у меня этот лак голубой стоит. В общем, интересный парфюм. Можно сказать, на халяву, и он раздаривает консультантам такие классные ароматы. Это здорово, на самом деле. Wish of Love. Все парфюмы по 50 миллилитров. Сейчас мы скроем с вами и этот аромат потестируем. Ай, тяжело вскрывать так. Вот как выглядит этот флакончик. По-моему, я его на страницах каталога, да, ощущала, но уже не помню, если честно. Да, Viva La Vita мне определенно напоминает голубой женский лак. Рисковатый аромат. Так, а Wish of Love, ой, он такой нежненький. Ну, по крайней мере, пока. Тоже чувствую цитрусовые нотки. Спирт пока чувствую.
Ой, нежнятинка. Вот этот классный. Мне кажется, у него будет вкусный очень шлейф. Но тоже для любителей сладких ароматов. Вот этот я, наверное, из всех трех бы себе оставила. Вот этот именно, девчонки. Мне он прям понравился. Ну, посмотрим. Так, поехали дальше. Из детской линейки заказала вот таких вот два средства. При покупке двух действовали желтые ценники. Это у нас линейка Avon Naturals Kids. Сладкие сны с ароматом лаванды. Пена для ванны детская. Пахнет классно, но очень нежно. Отдушка не бьет в нос. Это здорово, потому что средства детские. Так, девчонки, пена для ванны 0,55-62. Очень нежненький, кстати, аромат. И детский шампунь-кондиционер арбузный. Код у него 132-72-26. Мы брали такой яблочный. Это был мой первый, помнится, заказ в Avon. Мне пришла еще поврежденная упаковка. Здесь все хорошо. И он действительно пахнет арбузом, арбузной жвачкой. Классно. Я уверена, что дочери моей понравится. Так, поехали дальше. У меня заказали вот такую сыворотку для волос питательную с маслом органии. Всесторонний уход. У меня есть из этой линейки сыворотка. Кстати, такая же стоит. Она мне очень нравится, девчонки, вот эта вот с голубой такой, не знаю, цвет морской волны, мне кажется, полосочкой. А, код ее 960-08. Сыворотка классная, волосы питает, увлажняет, как бы сглаживает все ваши какие-то там, хотела сказать, шелушение, да, шелушение. Сглаживает пышность вот эту вот излишнюю, да, электризацию и так далее. Сыворотки у Avon мне очень нравятся, действительно. Подходят и мне, и дочери, облегчают расчесывание моментально. Вот. Следующий продукт в заказе – маска «Русская баня», 01041 ее код, с экстрактом сибирской сосны эвкалипта. У меня две штуки. Я заказала себе и для знакомой. Она у нас идет не запечатанная, насколько я понимаю, да, и вот так выглядит. Девочки писали, что она охлаждает. Маска для глубокого очищения лица, да? Она, наверное, с глиной, я так подозреваю. Запах у нее действительно эвкалиптовый, причем натурального эвкалиптового масла. Оно у меня было. И, знаете, какой-то мазью, что ли, пахнет. Она уже довольно быстро засыхает, и я чувствую на руке холодок. Слушайте, это супер. Я так люблю охлаждающие маски, я буду использовать ее на утреннее применение. На руке, по всей руке, вот тут уже, где намазала, прям холодок. Потрясающе. Я счастлива просто, что заказала эту маску. Именно такого эффекта мне и не хватало. Так, девчонки, я заказала новинку из Фокуса. Сейчас я вам скажу код. Это карандашики наши новые. У меня золотое мерцание, Rose Gold, розовенький. Код 131-7777. Они были по 100 с небольшим рублей. Мне очень было интересно потестить. Я планировала даже пробовать его на слизистую. Вот так выглядит глиммер стик. Вот карандашик сам. Здесь розовая такая перламутровая полосочка. И вот как он сам выглядит, девчонки. Такой беж с небольшим розовым подтоном. Мне кажется, для слизистой будет очень красиво. Я хотела, конечно, посветлее, но светлее этого уже просто некуда. Сейчас покажу вам вблизи. Вот, девчонки, как выглядит карандашик на коже. Очень красивый. Как тени можно использовать. И маска вот уже подсыхает. Руке так прохладненько, здорово. Красивый цвет. Мне понравился именно этот Rose Gold. Очень красивый. Вот сам карандашик. Вот как он выглядит. Фокус, не пропадай. Вот он. Вот. Девчонки, подвела им слизистую. Кстати, выглядит очень неплохо. Придает такого, ну, мерцания, что ли, взгляду. Мне понравилось на самом деле. По слизистой рисует довольно хорошо. Вот такая водичка Пульс, Urban Пульс Сидней. У меня в заказике, она у нас в слюде. Заказала девочка знакомая. Так, а также она заказала из линейки Colon Trend помаду. Сейчас я лучше посмотрю по счет-фактуре, как она называется. И если вам будет интересен этот оттеночек, то я попрошу ее сделать свотч и прикреплю. Так, увлажняющая губная помада «Множество поцелуев» Energized Purple 998-27. Вот, девчонки, даже цвет мы с вами не посмотрим, но, по-моему, это какой-то темный, если верить тому, что я вижу, да? Также в заказике у меня три помадки. Одна из них моя, это помада «Матовое превосходство» Metallic. Я взяла себе, девчонки, самый светлый оттенок, и две мои знакомые взяли себе две абсолютно одинаковые помадки. Им понравилась одна и вторая такая. Так, первая у нас губная матовая помада Metallic. Не буду ломать язык, девчонки, код 927-18. Я сейчас ее вскрою. Одну мне разрешили и покажу вам. Вот как выглядит сама помадка, матовый флакон, позолота с розовым свечением. И вот как она выглядит, девчонки, в стике. Я вам сейчас покажу поближе. Девчонки, она довольно светлая, нюдовая. Вот как выглядит в стике. И если вам вдруг показалось в каталоге, что она отдает в сиреневый, нет.
Она не отдает в сиреневый. Здесь, я бы сказала, больше, да, теплый подтон. Вот так она выглядит. Потому что я сначала тоже хотела заказать ее, но потом поняла, что мне хочется чего-то посветлее. А так красивая, красивая помадка. Очень красивая. Теперь мой оттенок. Счет фактуры улетела. Мой оттенок, девчонки, это Blush & Brilliant. Самый светлый, который есть, 927-86. Сейчас мы ее с вами вскроем и посмотрим, и потестим, и нанесем на губки. Да, такой же флакончик красивый. И вот она в стике. Я именно вот такую, девчонки, хотела помадку. Прям светлую-светлую. Чем бы стереть мой карандаш. И уже хочется ее попробовать. Зеркало у меня тут как раз. Ой, да, это то, что я хотела, девчонки. Какая красота. Видела отзывы на Eye Recommended, да, и некоторые девочки писали, наносится как пластилин туда-сюда, разносить по губам тяжело. В моем случае нет, сейчас все нормально. Да, видно, что у нее густая текстура, но это матовая помада, надо это понимать, да. Она позволяет себя наслаивать. То есть можно сделать совсем еле заметный слой, а можно прям поиграться от души. Вот, девчонки, мне очень нравится именно то, что я хотела, потому что у меня очень много уже ярких помад и нюдовых насыщенных помад. А вот такой вот ни одной. Сейчас вам делаю сводчи. Вот, девчонки, сводчи при дневном свете. Первая помадка, карандашик и вторая помадка. Вот так выглядит. Ну и вот на губах. Классная. Вот, девчонки, она лежит рядом с предыдущей, да, вот она крайняя. Вот как она выглядит в стике. Светлее оттенка там просто не было. Ну и тот красивый, девчонки, да? Получается, что у нас, наоборот, этот светленький более теплый, а уже по сравнению с ней тот уходит в холодный, да? Красивый цвет, мне нравится, как на губах. Слегка выбеливает губы, но смотря какая у вас пигментация губ изначально, да? Маска уже засохла. Я очень, девчонки, довольна помадкой. Это прям то, что я хотела, тот оттеночек. Знаете, такой металлик есть в ней. Где зеркало? Металлик есть, да, действительно он есть, но в то же время покрытие очень плотное такое. Она будет, конечно, отпечатываться, но мне кажется, она просто будет потихоньку, аккуратненько сходить с губ, теряя свой пигмент. Это здорово. Я довольна прям покупочкой на все 100. Еще один парфюм в моем заказе, это малышка Incandescence, но не совсем малышка, 30 мл. Они были по очень привлекательной цене, да, там за 200 с чем-то рублей она у нас получилась. У меня стоит этот аромат, я теперь возьму полноразмерную версию, потому что мне безумно нравится, пока для меня это самый любимый парфюм. Есть элитные парфюмы, которые стоят просто в очереди за Incandescence. Мне нравится шлейф, я уже много раз вам говорила, он очень вкусный, он очень многогранный и остается надежда даже после стирки, и мне безумно нравится его вкушать, поэтому пока вода Incandescence от Avon у меня на первом месте. Так, дальше, девчонки, у меня новинки из новой корейской, да, серии. Я взяла вот таких два продукта, они совсем, девчонки, худенькие, я не знаю, как тут на 5 применений растянуть, посмотрите, обычно такие вот маленькие упаковочки, но они хотя бы пузатые, да, что там средства есть, смотрите. Они практически пустые. Так, первое это маска пилинг, насколько я помню. И второй виноградная очищающая маска для лица гранатовое блаженство. Гранатовое блаженство, код 131-95-82 и маска пилинг 131-95-83. Они мне вышли по 159 рублей каждый, по 135 со скидкой за такую вот малышечку. Здесь 10 мл. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. Так, можно ли ее тут вообще выдавить? Ну да. Маска пилинг, вот такая вот белесая, девчонки. При нанесении на кожу чувствуются под пальцами шлифующие частички. Сейчас я вам покажу поближе. И начинает скатываться в этом месте. Это как пилинг-скатка. Легкая, частички не травмирующие. Они, мне кажется, совсем-совсем крохотные. Вот, девчонки, видите? Вот эти катышки на коже. Вот они. Вот, это от маски. Вот так она скатывается. Ну и второй продукт давайте протестируем, тоже посмотрим, что из себя представляет. Маска глиняная уже вижу, ну похож, по крайней мере, очень такая плотная. Консистенция глиняная, слегка розоватого цвета. Запах еле уловимая отдушка парфюмерная. Так же, как и ей маска пилинг, очень похожие отдушки, никакого граната здесь ничего не чувствую. Я, конечно, нанесла, теперь как показать, девчонки. Это маска глиняная. Вот как она выглядит. Слегка розоватый цвет такой, плотная, но разносится хорошо. Как будет очищать кожу, покажет время. Ну вот и все, мои хорошие, весь мой заказ. Здесь мне прислали еще буклетик дистиллери.
маленькую такую бумажечку по новинке помад, да. Сейчас хорошая акция, кстати. Но мне ни один, девчонки, оттенок здесь не понравился. Вот если честно, вообще ни один. Если только вот лиловый космос. И все. Больше не вижу тут ни одной помады для себя. Да, поэтому заказывать не стала. Аутлет. Вот. И вот такой буклетик еще. В следующем каталоге размещаем заказ от 999 рублей до 6000. Будет приз-сюрприз. Прям загадка. А если от 6000 рублей и более, то у нас в подарок придут два парфюма. Мужской и женский, по-моему. Да, да. Life Color и Real. Хорошая тоже акция. Обязательно поучаствуй. Новый каталог. Здесь будут новиночки. Обязательно с вами его в ближайшем будущем полистаем. Обсудим план покупок. Надеюсь, Ивен придумал для нас что-нибудь интересненькое. Ну, а на этом все, мои хорошие. Я еще раз поздравляю вас с весенним праздником, женским днем. Желаю вам счастья, здоровья, всего самого хорошего. Спасибо, что были со мной. Если была вам полезна, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Я с вами прощаюсь. До следующих видео. Всем пока-пока.